Что, где, почем? Современная сезонная замена шин – одна из главных забот автовладельцев. Весной приходит пора ставить на машину летнюю резину. Если старые покрышки уже изношены, приходится покупать новые. Перед водителем возникает вопрос – какую резину выбрать? По мнению специалистов, есть несколько универсальных правил, которые могут помочь при выборе и покупке сезонной резины. Правило первое. Своевременно меняйте старые шины на новые. Прежде чем заменить зимние шины на сохраненные в гараже летние шины, внимательно осмотрите их внешний вид. Возможно, от их использования стоит уже отказаться. Правило второе. Планируйте время покупки шин. Новые автомобильные шины – слишком дорогая покупка, чтобы делать ее наспех. Приобретать автошины или автодиски лучше всего заранее, так как, придя в сезон в магазин, вы можете не найти свой либо размер, либо марку резины, которую бы вы хотели. Соответственно, придется либо ее заказывать, и надо будет ждать, либо, значит, выбирать какую-то другую. Правило третье. Анализируйте мнения и отзывы других автовладельцев. Остановив свой выбор на какой-либо марке шин, не лишним будет познакомиться с отзывами автомобилистов. При выборе шин вы придете к нам в магазин, наш специалист вам расскажет, все покажет, но также можно зайти на сайт «Колеса даром» и почитать отзывы. Оставляют их люди, которые покупали наши колеса, отъездили уже немало километров и по времени также. Правило четвертое. Помните о соотношении цена-качество. Понятие «самая дорогая резина» не тождественно понятию «самая долговечная». Выбирать нужно то, что подходит именно вашему автомобилю. Бюджетные шины начинаются примерно от Камы. Кама, Кардиант, Пирелли Формула, Nokia Норман. Это более бюджетная серия шин. Потом идет средний бюджет, это Ханкок, Бриджстоун. Вот. Есть уже VIP-линейка. VIP-линейка идет Nokia Hakka Green 2, Pirelli Centurato. Точно так же есть Continental, Michelin. Это уже идет VIP-линейка. Но они более качественные. Правило пятое. Обращайте внимание на дату выпуска шин. Резина – материал, который со временем изменяется. Даже самые качественные шины деградируют, если годами хранятся на складе. Также при выборе автошин следует обратить внимание на дату производства, то есть на год. На боковине колеса и обозначается тремя буквами DOT, то есть там написан год и неделя выпуска. Правило шестое. Не стоит обращать слишком пристальное внимание на бренд. Современное производство таково, что ни один, даже самый известный бренд не страхует потребителя от низкого качества. При выборе шин можно зайти к нам на сайт, посмотреть отзывы, посмотреть характеристики данных шин. Можно также заказать через наш интернет-магазин. Там полностью указывается доставка, цена. Доставка бесплатная. Также в магазине у нас есть большой ассортимент дисков, как в наличии, так и на заказ. Начинается от 13 размера, заканчивается 20-м. Сейчас хорошие диски и недорогие есть по наличию также от СКАДы. СКАД, Мигами фирма китайская, есть российские, есть китайские. Вот. По качеству, конечно же, лучше российские, так как они крепче. Есть также 15-й, 16-й, 17-й вариант. Также можно их посмотреть у нас на сайте, там огромный выбор. Можно подобрать по автомобилю. Также есть примерка диска по автомобилю. Кроме литых дисков, у нас в магазине есть и штампованные диски, так как они более бюджетные. Большой ассортимент, возможно, диски на заказ. Подытоживая все сказанное, можно сделать вывод: покупка сезонных шин – дело весьма серьезное. Поэтому подготовиться к ней следует заранее, тщательно собрав всю необходимую информацию. Сделать это можно, не выходя из дома. Для этого нужно просто зайти на сайт магазина «Колеса даром» и узнать там все, что нужно для предстоящей покупки.